Два лесных пожара ликвидировали в Северском районе, оба в окрестностях станицы Новодмитриевской. Один из них в Смоленском участковом лесничестве, второй в Калужском. На данный момент, по информации оперативного штаба Кубани, оба возгорания локализованы. Проводится комплекс мер по их полной ликвидации и проливке мест возгораний. Задействовали в тушении 17 единиц техники, работали около 30 человек от МЧС, спасателей, воинской части, администрации поселения, местных сельхозтоваропроизводителей, специалисты управления ПГО и ЧС муниципалитета. Глава района Андрей Дорошевский выразил им благодарность за оперативные действия и дал поручение главам поселений привести в повышенную готовность силы и средства для тушения возможных лесных пожаров.